И, Доша, расскажи, что это такое. Это второе место. Он выиграл. Сегодня у них был день спорта. И он выиграл в прыжках, да? Прыжки в длину. Прыжки в длину. Там, где ты делаешь... А почему трипл? Это что значит? Ты идешь так раз, два, три и прыгаешь? Мне уже здесь. А? Благодаря своим большим ногам, короче, едет. Так едешь сейчас на соревнования между школами? Габи, ты рада Идошку? Как ты любишь Идошку? Только что она его обнимала. Молодец, молодец. Да, все молодцы, Габи молодец. Ну давай, теперь 5 минут, 5 минут, окей, Кристиан? Thank you, welcome. Mama, not to do trickles. Extremely safe. Mama, not to do trickles. Ты не делаешь трипл? Хорошо, ты делаешь только дабл? Молодец, второе место благодаря своим длинным ногам. Короче, наверное, далеко прыгнул, но молодец. Габи, ты хлебушек не съела, будешь дома? А ну покажи, как ты прыгаешь. Так, вот так, на одной ножке. Габи соревнования на одной ножке, да, делает? Good job, молодец. Первое место, Габи, first place, молодец. Я тебе дома дам, хорошо? Немножко Габи не нравилось, что оно торчало. Мы ей немножечко уложили, чтобы оно лежало более мягко вниз, да? Ой, какая девочка красивая. Ну, заработала конфетку. Заработала конфетку. Ну все, идем конфетку кушать, идем. Thousand? Ну уж сколько дам. Пошли. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы с вами приехали в Костко. И как всегда, вначале я еду на заправочку, заправлюсь бензинчиком, потому что в машинке там уже совсем мало, вон четверть бака осталось, даже того меньше. И сегодня как-то много машин. Сейчас вот машина отъедет, посмотрим, почем. А, там другая машина стоит, красная. Наверное, дешевле, если столько машин. В общем, и заодно сделаем покупочки. Итак, на сегодня в моей сумочке уже мои колясочки Coconut Clusters. Это такие очень вкусные, я даже не знаю, как сказать, они даже не пластики. Это вместе соединены вот такие вот семечки. Pumpkin Seeds, обычные семечки и Chia Seeds. А вместе, ой, короче, это очень вкусно. Взяла мыло 16 кусков. Олей и взяла, дети просили поменять из батончиков назад вернуться немножечко перед концом учебного года в Мишкины лапки. Но это не Мишкины лапки, это сова. Вот, пошли дальше. Фалафель микс возьму. Еще я взяла кино, $10, взяла оливочки, взяла $5, две банки, а это дали попробовать семечки. Мне нравится, говорят, органические семечки, семечки разве могут быть неорганические, такие смешные. $10, почищенные семечки, кило 200. Ну, их схватила, сейчас вот думаю, наверное, буду вытаскивать, но пока пусть еще полежат. Вот такая красивая колясочка сегодня. Вкусняшки всякие. Так, еще у нас появились яйца. И для Габи уже последний в этом году учебном покупаю вот эти пакетики с пюре. И вот это меня девочка попросила с работы купить. Я и купила. Вот эти вот я как-то приносила, их угощала. Ей понравилось. Она такая вся на диетах и все такое, уж только все полезно. В общем, она влюбилась в эти coconut chips, или как они там называются. И она попросила меня купить. Я говорю, я сегодня как-то иду в Костко, куплю тебе что-то для девочки. Из дополнительного у нас появилась сметана, Филадельфия крем-чиз,
и моя фермерская колбаска любимая, я решила взять, и колбаска на бутерброды для детей. Фермерская, напоминаю, 1,5 килограмма, $15. У нас long weekend, поэтому колбаска не помешает на перекус. Так, дополнительно у нас появился этот салат, он сегодня был по скидке, итальянский. У меня как раз вечеринка с подругой, я половиночку отложу на вечеринку. $4.99 вместо $7. Курочку взяла, нам сейчас на ужин прийти, когда я приду покушать. Потом я взяла сосиски по скидке сегодня, были джамбос эти за $7. Взяла вот эти вот брекфаст сосиски детям, которые я беру. Взяла опять-таки по скидке, думала брать не буду, но взяла по скидке, был сегодня побольше вот эти йогурты в школу. Так, взяла на шашлык, буду делать шашлык. Специальные вот такие кусочки мяса, которые я беру свинины. Так, что еще? И сегодня у меня с подругой есть вечеринка, так я еще на вечеринку возьму вот эти вот чипсики. Я еще взяла вот эти чипсы дела, потому что все-таки мне пришлось их попробовать в других гостях, которые за $8 140 грамм. Но сейчас думаю, что я их выложу, потому что есть будет салат, и эти чипсы у нее там пожуйте. Так что нам хватит на посиделки на наши. Какие вкусняшки. Боже, ребята, я вам даже не могу передать. Вот это прелесть, которую я купила в Костко. Вот как выглядит, так на картинке, так и есть вживую. Вот чия сидс, семена чии, семечки тыквенные. Дальше что, семечки подсолнечные. Здесь еще есть кокосик, естественно. Ой, это невероятная прелесть. Так, а что здесь у нас? Органик, non-GMO, кошер, без жира, gluten-free, мука-free, vegan-friendly, no artificial ingredients. Все натуральное. А сахара, где сахара? 4 грамма в 20 граммах. Ну, нормально, не страшно. Не смертельно. Вот так вот есть такую вот жменечку, когда у вас, например, снак тайм какой-то, вот такое пожевать. Оно, вы знаете, очень сытное, его даже много не съешь. Рекомендую. Друзья мои, привет еще раз. Это уже абсолютно другой день, но продолжаем покупки. Я решила сегодня, как никогда, вместить оба видео из Костка и из Нофрила вместе, так как в Нофриле не удалось снять, но я сниму, по крайней мере, то, что в коляске. Сегодня я шла буквально за докупочкой еще на неделю овощей, фруктов и молока. И я вам покажу, что я взяла. Я взяла большой пакет яблок. Здесь у нас 6 паундов. Он недорого получился. Кстати, вся покупка, я вам сейчас покажу, у нас вышла на 59,61. Но вы этого не увидите здесь. Вот, 59,61. Видно. Вот такая покупочка получилась. Немножечко больше, чем я ожидала. Но ничего. Вот, еще 15 паундов картошки. Это из крупного такого. А сейчас пойдет мелочевочка. Мелочевочка пойдет вот так в сумочку сюда. Тяжело мне снимать одной рукой и складывать. Но хочется вам все как бы показать одновременно. Поэтому будет немножко несуразно, но все же. Итак, здесь у меня идет спаржа. Была по $2, я взяла спаржу. Дальше был брокколи, немножечко за $2 взяла. Для Габи всегда беру, она любит свеженький. Дальше взяла 2 огурчика больших по 97 центов каждый. Это хорошая цена, зимой обычно они стоят по $1.50, $2 даже иногда. Так что еще из такого тверденького сюда можно, сюда груши пойдут, вот пару штук груш. Мы редко их едим, как-то нету особых любителей. Потом взяла селери. Ну вот длинные такие. Хочется иногда просто освежиться в обед. Вот перекус какой-то. Вот я нарезаю их просто вот так вот. И с собой грызу вместо яблочек. 2 вида перчиков по 2 штуки для Габи. Оранжевые и желтые. Так, это все еще в эту сумочку. И что еще? Сюда еще засуну вот эти огурчики. Такие я даю Габи в школу с собой, по одному огурчику. Она любит в школу, ну, именно маленькие, потому что большие я нарезаю ей обычно, но она их меньше любит. Любит такой вот, тоже упаковка $2. Это первая сумка.
Следующая сумка — хлеб, вот который я беру себе, вот этот черный, 15 копеек за 2 доллара. Мне его хватает где-то на 1,5-2 недели, я его ем одна, но, кстати, Габи тоже сейчас стал нравиться, она его берет. И белый один беру, тоже так на недельку хватает, мы много хлеба не едим. Детям в школу есть булочки. Так, еще я взяла, как они, не баклажаны, а кабачочки были сегодня тоже по 97 центов за паунд. За паунд. Были за 2 доллара. Ну, типа органическая клубника. Ну, я взяла не то, что она органическая, потому что она была за 2 доллара. Что еще в эту сумку? Было за 2 доллара листья салата. Это очень удобно. Иногда я Косе с собой вот в такой уже летний период, весенний даю. Салат с собой на работу. Помидоры были по 1,60 доллара. Набрала тоже у меня любители, вся семья. Косте нужен был дезодорант, антипроспирант тоже мне. Взяла. Так, это сумочка номер 2. И последняя сумочка номер 3. У нас идут макарончики. 2 упаковки по 900 грамм, каждая по доллару. Это самые, которые есть доступные, дешевые. Бюджетные, не люблю слово дешевые. Ну, как говорится, будем называть вещи своими именами. Это были по 89 центов такие... Ну, быстрого приготовления лапша, но дети ее любят. Я не добавляю приправы, которые даются, я просто варю. Дети любят именно потому, что она яичная. Так, что у нас еще здесь? У нас еще есть молоко. И у нас еще есть бананы. Бананы. И мороженое по 2 доллара тоже было. Ну, в общем, вот набралось. Хоть я старалась... Ну, цель была, вот сейчас будете смеяться, на 30 долларов. Ну, это так, чтобы еще в бюджет уложиться этого месяца. Но я не уложилась, к сожалению. Так, сюда брошу. Не уложилась. Получилось, считайте, практически сколько мы сказали, 60, да, 59 с копейками. 59,61, да, сори. Сори, бюджет, не получилось у меня бюджетно до конца. На 30 долларов преувеличила свой бюджет. Так что это были... Вот покупочки наши, в общем, за последние 1,5 недели. Костка и No Frills. Так что, ребятки, вот еще один апдейтик для вас. Каждый раз вроде одно и то же, но всегда что-то немножко разное. Всем пока-пока. До следующего видео.